Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Олег Горкуша, я из группы «Аукцион». Я рад вас приветствовать на замечательной барже, на которой я нахожусь. Здесь песочек и небо практически голубое. Летает некий такой маленький вертолетик, квадрокоптер называется, если ошибаюсь. И это Самара, это город Самара, замечательный волшебный город, в котором я и нахожусь. И я надеюсь и думаю, что вы все присоединитесь ко мне и включите свои телевизоры, смартфоны, айфоны и компьютеры – и будете смотреть онлайн-трансляцию замечательного праздничного концерта. У нас же каждый день праздник, правда? Вот. В котором будут участвовать такие две интереснейшие группы. Они называются «Сплин» и «Би-2». А я вот так сложилось, такие обстоятельства, что я веду данное мероприятие, скажем так. Большое спасибо нашим друзьям, генеральному партнеру «Газпром», который помог сделать вот это. И чтобы не только там, допустим, 5, 6, 7, 8, 9 тысяч посмотрел данный концерт, а миллионы. И это очень классно. И, конечно же, МТС, который совершенно бесплатно, безвозмездно предоставила нам такую возможность, чтобы вы посмотрели вот этот праздничный, замечательный концерт. Далее хочу сказать, что существует фонд замечательного артиста Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям излечиться и выздороветься от неприятностей. Вот, и поэтому существует счет, нужно послать просто сообщение на счет 7535. Вот. Еще хочу сказать, что 7 лет назад «Рок над Волгой» фестиваль проходил ежегодно. Я 4 раза вел эти фестивали. Это уже как бы 5-й онлайнский мероприятие, скажем так. И готовились к тому, что, соответственно, будет на Большой Поляне, на много десятков тысяч человек концерт. Но случилось так. Некая беда, некая история обрушилась на нас. Но мы не грустим, а веселимся. Ну вот, пожалуй, в принципе, все. Такая предыстория. Я буду весь вечер на барже в песочке стоять. Вот. А замечательные мои друзья. Здрасте, люди добрые. Саша и все остальные. А это группа «Сплин» у нас. Ну, давайте, ловите. Спасибо. Всем привет. Спасибо, страна. Спасибо, мир. Смотрите. Звезды. Мы на восточном.
полет. Кто знает, тот поймет. Взволнованно дыша, все ускоряя шаг, летит воздушный шар. Летит воздушный шар. Летит воздушный шар. Как будто на пожар. Летит воздушный шар. Все ускоряя шаг. Летит воздушный шар. Летит воздушный шар. Летит воздушный шар. Добрый вечер, мы приветствуем всех, кто смотрит «Рок над Волгой». Мы остаемся и не сдаемся.
одном человеке. Вряд ли мы слышали о человеке таком. Он будет виден, как только закроются веки. Он по ночам фонари зажигает тайком. Он по ночам фонари зажигает тайком. Кто-то сказал, он живет где-то в темном подвале. Кто-то сказал, он живет где-то над чердаком. Он человек, о котором мы даже не знали. Он по ночам фонари зажигает тайком. Он по ночам фонари зажигает тайком. Он по ночам фонари зажигает тайком. Он где-то здесь, он невидимый, неузнаваем. Храбро сражается против ночной темноты. Кто он такой, мы с тобой никогда не узнаем. Жить немного, дай пожить еще немного.
те, не для этих, не для тех. Господи, ты лучше всех. 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 За прикрытых штор пережидая шторм, навстречу горю и веселью, громадой всею, врастая в землю, взлетая вверх. Из-за прикрытых плотно штор, пережидая штиль и шторм, дом смотрит окнами во двор. Мимо небесных сфер, мимо вселенной всей, однажды в час перед закатом холодным мартом, легче, чем атом, быстрее, чем свет, кружась среди небесных сфер, мимо вселенной этой всей, дом смотрит окнами на свет. Смотрит прямо на меня.
однажды в середине дня исчезнет тень у фонаря. Дом смотрит прямо на меня. Однажды в середине ребят, дорогие, придется вам немножко постоять на сцене, помечтать, посмотреть на облака, на замечательную Волгу, на деревья, на памятники, на церковь, на все остальное. А я через некоторое время обращусь к вам, буду задавать некоторые вопросы, которые ВКонтакте уже присылают люди из Одноклассников в том числе. Еще раз напоминаю, меня зовут Олег Горкуша. Я очень рад, что нахожусь в городе Самара. И... хочу сказать, что вся Россия, вероятнее всего, смотрит, надеюсь, этот замечательный праздничный концерт. И, конечно, весь мир. Всем, кто меня знает, счастья, любви, здоровья на данный момент, это очень важно. Постарее выходите из этой пандемии. Хотел немножко плохое слово сказать, но не буду. Вот. И хочу, конечно, поблагодарить еще раз генерального партнера «Газпромбанк» и правительство, конечно, Самарской области за то, что этот праздник стал возможным. Вот. И «Рок на Волге» вы смотрите в прямом эфире во всех официальных ресурсах МТС и нашего партнера трансляции. Вот. И хочу сказать еще, что фонд Константина Хабенского очень будет рад, если вы какую-то денежку кинете на то, чтобы детишки и молодые люди выздоравливали, были счастливыми и здоровыми. И можно написать сообщение с номером 7535 и положить какую-то определенную сумму. Вот. И что у нас здесь ВКонтакте? Привет, Сургута, да, я бывал там. Очень классный город, да, вот где-то Zoom, ВКонтакт и так далее. Вот. Из Челябинска в том числе. Лена Кораблева, Васильевка, хорошее вино. Саша, тебе информация. С каждым годом только лучше. Нас смотрят из Зума. Саша, у меня такой вопрос. А ты вообще на Волге бывал до вот сегодняшнего момента? Ответь мне, пожалуйста, друг мой. Чего? Ни разу не были на этой барже. Ну, на Волге бывали много. На барже ты не был, на Волге, в принципе, был, да? Именно, да. Ага. А вот такой нескромный вопрос. А что вот сейчас, никуда ходить нельзя? Ты дома сидишь в Питере или на даче, или по лесу ходишь, песни сочиняешь? Мы все сейчас вместе на барже. На данный момент на барже. Понятненько. А с футболом что, вроде начали играть, да, слышал? Ну, некоторые начали, некоторые нет. А наши выигрывают, ты знаешь, о ком я говорю? Кто-то да, кто-то нет. Кто-то да, кто-то нет. Ну, вот, в общем-то, пока все, что ли, да? Ну, то есть это не все, то есть вы играете, а я вот здесь на барже в песочке стою. Спасибо. Спасибо. Давайте. Олег. Спасибо. Пасмурном небе любовь наповал убивает без флирта, любовь сигареты сжигает до фильтра, любовь ненавидит любые границы, любви параллельно где наши, где фрицы, любовь потакает и красным, и белым, любовь перепачкана сажей и мелом, любовь не следит за собой и за модой и хлопая дверью всегда перед модой, любовь это ведьма, любовь это фея, любовью мотив этой песни навеян, любовь открывает глазам горизонты.
наводит на мысли, сужает аорты и сводит с ума всех влюбленных на свете, с любовью шепча в тишине на рассвете «I love you». Это что-то сродни лихорадки, и бьются в каком-то припадке ребятки, как будто какая-то страшная сила расплющила их и сознание смутило. Любовью пропитаны вина и виски, любви предписаны стоны и визги, любви один шаг от люблю, да иди ты, любви все равно, где менты, где бандиты. Любовь на ходу разбивает свой лагерь, все просто не стали японские флаги, все дети давно превратились во взрослых, смешных и серьезных, забавных и рослых. Все дети играют во взрослые игры, любовь — это венок, шипящие иглы. Любовь — это что-то вроде пожара, все двум обгоревшим трубам не жалко, друг друга и клятвы своей не нарушив. Любовь нас выносит ногами наружу, любовь нас пинает ногами повыше, туда, где антенны втыкаются в крыши, и где облака на все смотрят с любовью, и греясь на солнце нам пишут «I love you, I love you». И где облака на все смотрят с любовью, и греясь на солнце нам пишут «I love you, I love you». Закрываются глаза.
свет, и даже солнце ночью тоже спит. Над нами кружит ангел наш, на все мерещится мираж. От небесских кругом и тень от пирамид. Над нами кружит ангел наш, на все мерещится мираж. От небесских кругом и тень от пирамид. Над нами кружит ангел наш, на все мерещится мираж. От небесских кругом и тень от пирамид. 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 От небесских кругом и тень от Иногда я и сам удивляюсь, что все еще жив. Я рифмую слова и кладу их на этот мотив. Я пишу этот образ на части разобранный весь, словно мне сообщили какую-то важную вещь. И теперь, подскочив и слетая с катушек совсем, словно мотоциклист с головой, потерявший свой шлем, я бегу впереди паровоза сказать это всем. Ощущая внутри себя сдвиг тектонических плит, так как яблоко с яблони в голову чью-то летит. Я спешу рассказать об услышанном весь этот цирк. Весь процесс — это замкнутый круг, это замкнутый цикл. Телевидение, радио, пресса и весь интернет повторяют по кругу один и тот же сюжет, из которого видно, что выживших меньше, чем жертв. Можно долго кому-нибудь пальцем крутить у виска и смотреть в перископ, как введенные в город войска никому не дают сообщить эту важную вещь. И по трупам пройдя, подавляют жестоко мятеж, превращая весь город в цементную пыль и песок. И под слоем виска остается лежать одинок неизвестный солдат, сочинивший себе некролог. Я не буду сидеть в этой мрачной дыре, я горю. И как только запрыгну за руль, то я сразу гоню. Я не тот, кто колотится в дом, если дверь на замке. Все, что есть у меня, поместилось в моем рюкзаке. Я не зритель, который в последнем ряду жрет попкорн. Я из тех магикан, что легко перейдут Рубикон и споют перед тем, как отправиться рыбам на корм. Я узнал очень важную вещь, и пока я живой, я хочу провести этот вечер с детьми и женой. Я хочу убежать от всего, от чего мы бежим. И когда телефоны поставлены в спящий режим, это словно застыла крутившая нас карусель, словно три барабана завис, словно круглогодично горит новогодняя ель. Спасибо.
цепочку, щелкнул замок. Скользнула вниз по перилам, двери открыла и за порог. Мелькнула возле подъезда, сразу исчезла и появилась вновь. Из арки дома напротив, из подворотен, из проходных дворов мелькнула чья-то тень. И по сигналу мгновенно воет сирена, орет офицер. В кого-то снайпер нацелен, центр оцеплен, город в конце. Позывные, нервные, злые, свистнули. Мелькнула тень и пропала возле вокзала, рядом с метро. В отдельно взятой квартире, в кинокартине, в черном пальто. Мелькнула тень в переходе, в дней хороводе, в брошенном здании. Назад которые сутки, в чьем-то рассудке, в чьем-то сознании. Незнакомки, yeah.
Песня забытого мной сна. Мы лежим на облаках, а внизу бежит река. Нам вернули наши пули все сполна. Мы лежим на облаках, а внизу бежит река. Нам вернули наши пули все сполна. Ну вот, сплин сейчас отыграли, немножко отдохнут, а я с вами, меня зовут Олег Аркуша из группы «Аукцион». Это город Самара, и я надеюсь, что Россия и весь мир смотрит замечательный праздник под названием «Рок на Волге». Хочу сказать, что смотреть можно в социальных сетях МТС и на сайте vr.ru. И нас уже посмотрело больше 1,5 миллиона человек. И спасибо «Газпромбанку» за это возможность быть сегодня вместе. И вопросы ВКонтакте. Вот у меня есть коробочка такая, планшетик, где различные люди пишут вопросы для Александра. Вот. А перед этим я хочу у Саши спросить. Саша, дорогой, а вот попросить, вернее, представь коллектив. Я всех ребят знаю хорошо, очень много лет. А ты их знаешь? Назови их, пожалуйста. С нами Вадим, Николай, Дмитрий и Алексей. Ага, дружно, не деретесь, не ругайтесь, спокойненько. Деремся, не ругаемся, боржу не раскачиваем. Ага, я вижу, что боржу не раскачиваете, вам вопросы такие. Вот Екатерина Власова из ВКонтакте пишет, можно она будет думать, что «I love you» будешь только для нее петь. Или для всех девушек красиво поешь? Для нее, конечно же, тоже. Для нее, да. Понял, дальше. Ой, сейчас, секундочку. Сейчас, подожди. А Джулия какая-то. Джулия. Неважно, как слушать сплин в прямом эфире, лично на концерте, в наушниках, в плеере. Всегда сплошное удовольствие. Это для вас комплимент. Юлия, хорошая фамилия Девушкина. Спасибо, что хотя бы в таком формате. Приятно вас послушать. Опять же, ВКонтакте. Надежда Нижникова. Сплин, какие планы на осень? У вас есть творческие планы? Он есть всегда, но надо посмотреть, когда все это закончится, чтобы их скорректировать. Поэтому мы, как и все, ждем окончания пандемии и вируса. Ага, а вот как ты думаешь, если не секрет, а когда она как бы закончится, мы будем радостно и веселы? Мы сейчас так радостно и веселы, но, может быть, побыстрее это произойдет? Ты знаешь, сейчас, видимо, будут происходить концерты в новом формате. Вот у нас в Москве будет концерт для тех, кто приедет на стоянку на автомобиле. Ага, я слышал такой вариант. Да, и, соответственно, звук у каждого будет в машине на приемнике. Диапазоне где-то.
Можно окна открыть, так слушать. Но вы на сцене будете не в машинах, надеюсь, да? Нет, мы тоже в машине будем, в грузовике. Не серьезно? Да, да. А что это за машина? Подожди. Это вы всем коллективом залезете в машину, или у каждого, на каждого участника будет отдельная машина? Нет, сцена не выдержит просто только автомобиль. Сцена не выдержит. Так, понял, хорошо. Так, смотрите, а вот и сейчас я вам озвучу, дорогие люди, которые смотрят Самару, «Рок на Волге», весь мир тоже смотрит, меня зовут Гаркуша Олег, здрасте. Вот, смотрит нас, что, кто смотрит? Тамбов, Омск, Тольятти, Липецк, Уфа, Самара, Челябинск, Октябрьск, Сургут, Пермь, Чапаевск, Димитровград, Нефтегорск, Нягань, Ханты-Мансийск, круто, Черкассы, Отрадный, Сызрань, Нижний Новгород, Клявлино, Суходол, я там снимался в кино, Закамск, Сергиевский район, Санкт-Петербург, Питер. Ребята, всем привет. Так, что у нас там дальше? Похвистнево, Казань, Тобол, Саратов, Ярославль, Мурманск, очень много. Москва, Сыктывкар, Магнитогорск, Краснодар, Ележа, Ижевск, Тверь, Кузбасс, Рыбинск, Домодедово, Таганрог, Подольск, Чанчери, Котос, Балаково, Новокуйбышевск, Железногорск, Екатеринбург, Ишкарала и Нижний Камск. Ой, вот смотрите, у нас тут картинки, такие квадратики, четырехугольнички. Это некий зум такой, да, там люди сидят. Вы меня видите, ребят? Ну, ручками помашите. О, девушка машет. А мальчик не машет. Ага, девушка такая, волосики себе трогает. Понятно. Ну все, ну что, дальше играем, да? Ребятки, вперед. Я к вам скоро подойду и на одной из песен потанцую. Спасибо. Жизнь
мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на утро в обнимку. Забитые, дошел наконец до точки. Адрес, почта. Не волнуйся, я не посвящу тебе больше ни строчки. Тихо, звуки. По ночам до меня долетают редко, пляшут. Я пишу и не жду никогда ответа. Мысли, рифмы. Свет остался, остался звук, остальное стерлось. Гаснут цифры. Я звоню, чтобы просто услышать голос. Всадник. Замер всадник, реке стало тесно в русле. Кромки, грани. Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве. Пес, мы так похожи.
под небом мгновенно замерз. Брошенный пес приютился прихожей. Небо над городом полное звезд. Мы так похожи, смотрим друг другу в глаза. Мороз по коже, смотрим друг другу в глаза. Мороз по коже, смотрим друг другу. Строже. Плачем от счастья, смеемся до слез. Мы все так похожи, смотрим друг другу в глаза. И мороз по коже, смотрим друг другу в глаза. Мороз по коже, мороз по коже, мороз по коже. Делая, делая, делая новых людей.
что бывает с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колесо. Ты слышишь, на кухне замерли стрелки часов. Но ничего, ничего, погрустит и забудет, через время появятся новые люди. Едут троллейбусы без габаритных огней. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, стонут так сладко, дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой. Этот берег, волна бежит и что-то бредит, и звезды падают за ворот, и ковши на небе перевернут, и в голове смешались мысли, и босиком с бутылкой виски мы изучаем этот берег. Волна бежит и что-то бредит, вокруг вода, песок и камни, и время меряя глотками, и всех вокруг как ветром сдуло, нас как магнитом притянуло друг к другу, и теперь на берег волна бежит и что-то бредит, и звезды падают за ворот, и ковши на небе перевернут. Еще глоток, и мы горим на раз, два, три. Потом не жди, не тоскуй, горя огнем твой третий рим. Лови мой ритм, танцуй, 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 танцуй. Мы странно оказались рядом, приняв одну микстуру с ядом. Теперь мы принимаем виски, и в голове смешались мысли. Вокруг вода, песок и камни, и время меряя глотками. Мы изучаем этот берег, волна бежит и что-то бредит. Хочу уснуть и не проснуться, уйти в моря и не вернуться, или вернуться только вместе. С тобой так много интересней, с тобой так много интересного. Вокруг совсем не тесно, без площадей, вокзалов, станций, без этих всех цивилизаций. Еще глоток, и мы горим на раз, два, три. Потом не жди, не тоскуй, горя огнем твой третий рим. Лови мой ритм, танцуй, 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 танцуй. Танцуй, волна бежит на берег, волна бежит и что-то бредит. Танцуй, звезда летит за ворот, и ковши на небе перевернут.
танцую в башке, смешались мысли. Передавай бутылку виски, передавай бутылку яда. Нам больше ничего не надо, нам больше ничего не нужно. От виски кружит, кружит, кружит. Сдавай мне больше здесь не тесно, и ковш на небе стал на место. Передавай бутылку виски, и ты мои считаешь мысли. И звезды падают за ворот, и ковш на небе перевернут. Еще глоток, и мы горим на раз, два, три. Потом гудбай, не тоскуй. Горя огнем твой третий рим, лови мой ритм. Танцуй, 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 танцуй. Еще глоток, и мы горим на раз, два, три. Потом не жди, не тоскуй. Горя огнем твой третий рим, лови мой ритм. Давай танцуй, 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 танцуй. Давай танцуй, 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 танцуй. Давай танцуй, 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 танцуй. Давай танцуй, 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 танцуй. Хотим присоединиться к движению «Спасибо врачам» за то, что они борются за наши жизни, даже когда нет выхода. Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода, и все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как метро полетая. Выхода нет. Выхода нет. Так где же мы расстались, не помню. Мы проснулись в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Лишь поверни, полетели. Нужно писать чью-то тетрадь кровью, как метро. Огнем пулемета. Лишь бы
проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет, лишь поверни, полетели. Нужно писать чью-то тетрадь кровью, как спасибо большое всем, кто нас смотрел. Всем крепкого здоровья. Встретимся вживую после пандемии. А пока... А мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, по земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули где-то в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер косак. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце. Стала звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И моя сердце остановилось, мое сердце замерло.
Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучало в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного. И снова пошло мое сердце, остановилось мое сердце, замерло мое сердце, остановилось мое сердце, замерло и мое сердце, осталось на baby сердце, замерло мое сердце, восстановилось мое сердце. Спасибо всем огромное! Это «Рок над Волгой», «Рок посередине Волги». Спасибо всем и удачи!